Гиля, тренировки, тренировки, и вот первый матч в этом году. Как ощущения? Ну, игра всегда лучше, я всегда говорю. Было бы хорошо, если бы мы играли через день, чтобы меньше тренировались, но мы все понимаем, это процесс, который особенно сбор надо пройти. Первую неделю была очень тяжелая, большая нагрузка, и первая игра, конечно, технически, не, как, ну, как всегда, у всей сборы не, меня особо не смотрим, да. Это больше, чтобы добавить на наши кондиции физически. Был большой перерыв между последней игрой и первой. Ну, насколько было тяжело входить в игру, вспоминать, скажем так, игровой ритм? Я говорю, что за сколько мы уже в футболе, да, мы привыкли все там, я могу сказать, что, конечно, первые 10 минут, 15, пока ты не тронул мяч, а после этого уже ты уже вспомни, уже набирает уверенность, и, я думаю, проблем нет никаких в плане того, что долго не играет. Сегодня ты оставил ворота в неприкосновенности. Как тебе своя игра, довольна? Нормально. Не такой, сегодня, не такой, как скажешь, могу сказать, сложный мяч не было. Все. Мало моментов было, поэтому это больше для того, что ты опять привыкает к игре, потому что это совершенно другая вещь, чем тренироваться. Ты на тренировке появляешься первый, уходишь последний. С чем это связано? Много работаешь в зале? Ну, связано с возрастом. Я, как всегда говорю, как ты стареешь, больше надо работать. Организм требует это. И я стараюсь держать свою форму, потому что мы никогда не знаем. Сейчас я как в запас, но я должен быть всегда готов, если будет возможно играть, чтобы могу играть на уровне. И все зависит от, много зависит от физички. И не могу потерять свою форму физически, поэтому стараюсь работать. Считается, что первая неделя сбора самая сложная. Это так или для тебя как-то по-другому? Первый день? Первая неделя. Ну да, особенно, когда ты долго в отпуск, чтобы ты привыкал снова к этой нагрузке и так далее. Конечно, это самый сложный период в сборе, на сборе.